Что надо сказать, если захотей сральник идти? В смысле в уборную? Туда, где говно делай. В комнату. Тогда нужно... Не, не в комнату. Грязь не делай комнату, и заносай, да, коричневый. Туалет. Где делай? Да. Ты усекай? Да. Плохой, плохой. Да. Выходит оттуда. Да. Тогда вы Куча. Должны сказать «виноват». Я должен вас покинуть. Виноват. Можно, ну, пойду делать, ну, это... Ой, наверху. Как сказать? Вам наверх. Ну, да, конечно. Это, да, я хорошо. Сходить. Простите, я на минуту. Хочу, надо идти, как Извините. Вы сказай. Найдете сами. Да, спасибо. Культурные различия, безусловно, очень велики. Это Но точно. Кажется, он неплохой человек. И он бы... Довольно быстро здесь ассимилировался, я так думаю. Спасибо большое, совсем хорошо стало. А куда это класть? Что вы... Куда это класть? Может, в другую уборную на первом этаже? Туда? Ну, как... Где? Простите. Я не хочу Простите, тут. Мы покинем вас. Вы... Бумага. Вот так. Вы ей подтираетесь. И бросайте туда, вниз. Ты меня подтирай. Не я, вы сами. Это У дело вас очень хозяйка. Интимное. Вытирай, нет, анусай нет, гостю, нет, да? Нет, 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 нет. Никто вас не подотрет. Вы...